Всем привет, ребята, с вами Виндфинди, и сегодня мы играем в CSGO. Ай. Hola, amigos, с вами Бадрюк. Вот. Сегодня мы играем в дуэли в CSGO. Да. Это тестовая рубрика. Да. На канале с Бипом. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если, конечно, вам понравится это видео. Вот. И ну, начинаем. Подпишись. Я очень долго уговаривал его снять. CSGO. Да, я, если честно, CSGO не очень хотел снимать, но решил попробовать. Вдруг он зайдет. Тоже. Да. Так. Я жду тебя. У меня было видео, где я... у меня был стрим по CSGO, блин. Но там стрим лагал, поэтому пришлось его закончить. Но, в общем, Давид мастер просто двойных беретов. Он их выносит. Он даже меня с дигла... Ну, точнее, я с диглом, и он меня выносит с двойных беретов. Он как он посмотрел какого-то Васю Пупкина 228 и решил так повторить. И в итоге теперь делают крутые киллы. Вот CSGO много голды. Это смотри на CSGO много скилла. Так, что у тебя ну, было? Так, флешечка. А вот это мне надо. Спасибо. Ты же знаешь, что у незнакомцев неприлично. Взять это или оставить это? Возьму это. Или я жду тебя во дворце. Ладно, давай во дворец. У меня будет на тебя все уходиться. Я жду тебя во дворце. Я во дворце, а ты врешь. Я знал, что ты возьмешь. Я не знал, что ты возьмешь маг. Ты с него я играть не умеешь. Надо было с двойных беретов. Да, с двойных беретов ты бы меня вынес. Так. Они у меня были, но я их использую. Ну, возьмешь. Это все. Отлично. Еще возьму. Я ничего не вижу, отстань. Ладно, я один раз только по тебе попал. Ты со своими двойными беретами. Я хотел кинуть флешку, а ты там уже тут как тут. Тут мне опять дадут бан. Да. Меня просто банили за то, что я хорошо играю с двойными беретами. Да, типа система ВАК не смогла проверить ваш аккаунт. Поэтому, сейчас вы, типа... Сейчас зрители подумают, что я читер. Да. Что я сделал вообще? Ладно. Опять, ага. Занял позицию, значит. Заходите на мой канал, вот, я рекомендую... Да. Если что, его канал называется Medium. Снимает... Нет, рекламирую рекламу своего канала, вот. Да. Фух. Что у тебя было? Значит, ружечку взял. Если что, я снова хорошо играю, поэтому я беру. Говно. Не понял. Мне понравится играть в говно. Зачем ты так говоришь? Не говори так! Не говори так! Новое, самое хорошее оружие в мире. Я опять дурачок, конечно, сделал. Свои там кидает ложные гранатки. Ложные это гранатки, да? Кидает там ложные гранатки. Это мне так кажется, не надо столько. Ты чё так? Как ты...
Ты меня увидел? Там, через низы. Блин, а, ай-яй-яй. Это очень. Я не знал, что ты меня увидел. Иногда для врагов ты виден, а сам ты... Ну да, да. Надо было по-другому немного кинуть смог. Я предлагал пойти на Б. Ты прям мои мысли читаешь. Я пошел на Б, и ты такой, давай пойдем на Б. Мод CSGO, вторая мысль. Да-да-да. Так, мне надо кое-куда вернуться, чтобы кое-что изменить, потому что... Угу, понимаю, понимаю. Свою супер-нычку там, которую я уже давно чекаю. Нет, я хотел себе купить брони, но вот. Я испугался. Да-да-да, скример. Я взял гранату, чтобы в эту нычку кинуть. О, надеялся. Отлично! Так надеюсь. Ладно. А так тут у меня 20. Что? Давай-ка на 20. А, давай-ка. Сюрпризик такой сейчас тебе во дворец прибудет. Я во дворце. Я тоже во дворце. Блин! Я ослепил себя. Ай-яй-яй. Меня тоже прикрыл. Забрасываю его гранатами. Ай-яй-яй! Я на гранату попал. Блин. По мне попал гранатой. Именно вот Никита, ты мне нанес по идее урон. Да, мне написало, что я тебе снес 2 хп. Да-да. Супер. Ну что, так. Начался период, когда я буду тебя выносить. Ага, начался. Есть разница. Лучше в чем-то. Конечно, вот в начале, начальных раундах он все время берет двойные береты и всегда просто выигрывает. Ну не всегда. И... До этого он пытался играть с револьвером, но я его выносил. Камень камнем не сломаешь, сказал скала. Вот, это рубрика не смешных анекдотов, вот, я коплю на деньги, чтобы повесил прям. Это, русалка села на шпагат еще. Ага. Сосиска завалила немца. Чего? Ай-яй-яй-яй-яй! Да-да-да-да-да-да-да-да! Отлично. Окупаемся. Какое же оружие взять? Возьму, думаю. Это или это? Это. Так. Это, так скажи сказать, человек, на всякий случай. Так, давайте-ка. Так. Так, где он там? Что-то он как-то... Он заложил бомбу, я даже этого не заметил. Блин. Я даже не заметил, что он бомбу заложил. А, ну скоро, в принципе, знаешь. Хотя бы тебя убил. А у меня бомба убил. Хотя, в принципе, я мог успеть. Нет, но... ты не успел. Ну, хотя да. Даже если бы я тебя убил, я пробежал там буквально секунду бы, и все. Мачненько я. Возьмем вот это, и вот это. Еще купим. Все, отлично, полный комплект. Филиппа, ты хочешь сказать свой адрес? Нет. А я скажу. Вон. Не надо. Он... Мы это вырежем. Мы это не вырежем. Ага, с АВП-6, значит, там стоит.
Значит, я сейчас тебя буду. Блин. А их, ладно. Вот так вот. Идеально. Я видела этот тысячу от него. Вообще. Вон я его вижу. Ага. Было гениально и не гениально. Понял? Как это так? Как это? Ну это просто... Не знаю. Это ужасно. Это самое ужасное. Вообще. Отлично. Поп... А, мне даже не пришло... Я в тебя даже не выстрелил. У меня, короче, пальчик подгорел. Как ты понимал, ты меня убила в основном именно вот гранатой. Я понимаю, я в тебя даже вроде бы не попал из оружия. Ты кинул свою гранату прям в меня. Просто, я реально, я смотрю, там просто след от гранаты в воздухе. И я понял, что прям по голове. Там же урон больше, если ты... Да, около головы. Я вообще так мастерски научился с гранатами. Так, я сел лучше пока. Как смешно, я стрелю. Опа! Не успел, а не успел, не успел, да-да-да. Молодец. Что не успел. Я эти звуку больше. Причем денег-то у меня нет. У меня есть. Ты богат. Начинаем. Я хочу себе. Я хочу кое-что сделать, интересно. А, нет. Пока я что я выигрываю. Ну как сказать, пока что. Я думал, здесь очевидна победа Филипп, потому что денег нет. Ну это проблематично. Ты где же ты? Так, так, так. Ага, все. Тебя спалил сломанный телек. Ай-яй-яй-яй-яй, граната! Это штуки стреляют. Ладно, пора уже. Опа! Быстрей, быстрей! Так, у меня... Ха, у меня есть набор сапёра. Я на этом не найду. Хм. Нет. Опа, на! И наконец у меня появились деньги. Блин, на! Хм. Мне кажется, я выиграю. В этот раз. Хотя... Возможно, сейчас он что-то имбовое купит и начнет меня выносить потихоньку. Да, я сам имбовый. Думаю, я знаю, куда пойду. Это серьезно, не бы. Как я не заметил? Придется воспользоваться минуток. Где-то там. Опа! Зря ты себя показал. Ладно, ну что, на твоем билете. Нет, пожалуйста. Успей, пожалуйста, пожалуйста. Что? Не надо было заканчивать твоим интерес петь. Была лишним, точно. Как просто. Там вроде бы уже, ну вот, уже задействовалось. Смотри, я тебе предлагаю выгодное предложение. Будем... короче, я буду с бомбой, а ты будешь с набором дефью. Дуэль.
как-то. Ну, Дворце, я буду с бомбой, а ты будешь с этим, с диффузным набором. Иди сюда. Ну, давай, иди сюда. Чё-то, хватит. Хватит за мной ходить. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Отстань. Ай-яй-яй! Это уже было по крыше всё-таки. Я знаю. Мне надо как-то... Победа.